Блестящий виртуоз, баянист и композитор Айдар Гайнуллин на этот раз увлек публику в мир кино и театра. В рамках его абонемента в Московском доме музыки прозвучали мировые хиты Терсена, Пьетсолы, Гарделя и, конечно, собственные сочинения музыканта. Проникновенная даже, о страстная аргентинская танго, драматический обливион. Саундтреки в таком звучании зрители услышали впервые. Баяну, скрипки, гитаре, контрабасу и фортепиано вторили экзотические инструменты, выходец из Перу, перкуссионный кахон и родственник азиатских ветряных колокольчиков барчаевс. А итальянский баян Айдара Гайнуллина способен подражать и колокольчикам, и органу, и духовым.